Грёбаные пеньки! Это какой-то кролик соус. 25 морковок. Сука. Морковок уже 468. Блин, то есть нужно каждый раз выверять. Твою мать! Куда и как? И гриб еще такой, сука, веселый, блядь. Ты приземлишься при прыжке. Весело ему, блядь. Я просто король нубов. Нужно быть очень внимательным. Вот эти пенечки. Всем привет, друзья! Вы на канале Gravity Play, с вами Лол Gravity. Сегодня мы продолжаем играть в замечательный, милый, пиксельный платформер под названием Ебаный. Поехали! В прошлой серии мы прошли первый биом, ну, я думаю, так и продолжим в такой тенденции. В общем, будем проходить по одному миру за одну серию. Да, морковки определенно нам пригодятся, потому что, как в прошлые разы, потому что иначе упадешь на вот эти колючки и ничего не получится. А, если ты начинаешь заново, то ключи не сохраняются, вот как. Ух, ну, я собрал 64 морковки. Ревайв, нет, я хочу, я лучше потрачу морковки. Походу, мы вторую серию будем привыкать к игровой механике, или точнее вспоминать игровую механику. А, чертов кролик, давай, 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 дружок. Да, получилось. Я даже все три ключа собрал. Так, Stage 2, поехали. Интересно, ну, музычка, конечно, очень милая, но неужели так будет на протяжении всего биома или даже вообще всей игры? А, ну вот мы и пришли туда, где мы были изначально. Прикольно, там еще какой-то жираф, он так забавно поднимал ножки. 20 морковок. Я уверен, что тут уже никак не пройти, и скорее всего там... Скорее всего, там тоже вот эти колья. Блин, морковку-то надо собрать. Игра, конечно, очень милая, забавная, но все-таки механика требует определенного навыка, чтобы вот именно пальцы именно привыкали. Все получается? Да, все три ключа. Причем, Stage 3. Причем морковки мне хочется собирать не потому, что просто хочется, а потому, что они действительно пригождаются, и они выручают. Так, я вот эту морковку тоже заберу. А, вот как. Ну-ка, покататься на нем можно? То есть ты в него просто врезаешься, понятно. Давай! Да, получилось. Еще один ключик. Е-е-е. И на этого чубрика тоже напрыгнул. Ну,
по чуть-чуть, но нарастает усложнение, ощущается вот это вот. Ну, бонусный уровень, конечно же, с кучей морковок. Так сказать, вознаграждение за трудности пройденные. Да блин! 25 морковок! С ума сойти. Блин, зачем я туда-то пошел? Здесь же ничего полезного нет. Мы здесь же ведь уже все собрали. Все ключи и все морковки. Ну, хотя бы у меня получилось вот на этих чубриков напрыгивать. Последний ключик. Блин, вот с прыгучестью здесь, конечно, сложно. Сложно иногда приходится. Нет, действительно, если долго не играл, навык быстро теряется. И в нее нужно подольше играть. Побольше, так сказать, и более сосредоточенно, чем... все-таки я записываю летсплей и иногда отвлекаюсь на то, что мне нужно это как-то комментировать. И хочется как-то комментировать. А тут все-таки нужно сосредоточение. Да, прошел. Также три ключика нашел, да? Точно, все три. Здорово. Поехали дальше. Попытка номер, я уже не знаю какая, здесь вот... блин, да что ж такое? Я уже не знаю, какая-то, блин, попытка. Здесь вот будет число, показывающее количество моих смертей на этом участке. Да... Механика игры такова, что она тебя просто обязывает постоянно быть на скеле. То есть просто прыгать, как в некоторых платформерах, у тебя не получится. То есть нужно каждый раз выверять, куда и как ты приземлишься при прыжке. Да что ж такое? Почему я не могу этот участок пройти? Это реально сложнее, чем кажется. Ну ладно. Ну да ладно, хотя бы до чекпоинта дошел. 25 морковок, это капец. О, новое достижение. Ну ладно, хотя бы мы продвинулись к чекпоинту. А, все, что ли? Ну да ладно, не хочу заморачиваться. Мне показалось, что тут как-то все вообще сложно. Stage 5. Предпоследний уровень этого биома. Так. То есть вот на те штуки красные лучше вообще не лучше не попадаться. Опять 25 морковок.
Все три ключика. И последний уровень. Это, соответственно, босс этого биома. Или это босс вообще всей игры. Но это мы узнаем уже в следующих сериях. Блин, ну хотя бы надеюсь, это был... и чекпоинта, походу, здесь тоже нет. Да что ж такое? Сука! Твою мать! Зато у меня 190 морковок. Так, ладно, пер... Все получится. Уже 203 морковки. Надо хотя бы порадоваться морковкам. Даже не представляю, какой там будет счетчик смертей. В конце узнаем, сколько нужно кроличьих жизней для того, чтобы пройти... Это я тебе так непрозрачно намекаю, дружок, что нужно поставить видео на паузу и написать в комментариях, сколько нужно смертей для того, чтобы пройти босса. Ну и бонусом можешь написать, сколько всего было смертей в прохождении в сегодняшней серии. Половину биома в такой милой и замечательной игре. Я настолько сосредоточен... Не настолько... Опять этот дурацкий пенёк! Соберись, ты сможешь. Мне теперь действительно начало казаться, что я действительно пока... не наберу 300 морковок, потому что 300 число кого? А ответы пишите в комментариях. Да что ж такое-то? Это какой-то кролик Souls. Чисти дольше для белоснежной улыбки. Это шутка такая, да? Реклама с кроликом. Они явно что-то знают. Так, нет, мне явно нужно передохнуть. Прошло целых меньше одной минуты, я не смог отдыхать очень долго. Мне все-таки очень хочется ее именно пройти. А тем временем морковок уже 468. Может быть, мне не хватало именно вот этого маленького передыха? Так, вот тут нужно быть очень внимательным. Вот эти пенечки... я был так близок! Грёбаные пеньки! 600 морковок! 700 морковок! А, вот и 1000 морковок. Я просто король нубов. Две тысячи? Три. Их уже 2000. Че, а вот и 3000. И грипп еще такой, сука, веселый, блядь, весело ему. We'll be right back.
Ух, это была очень потная катка. Общий хронометраж прохождения второго ворлда занял 5,5 часов. У меня аж прыщ на носу выскочил. Ну и всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока!